Как вас зовут? Григорий Михайлович. Григорий Михайлович, расскажите, пожалуйста, сколько времени у вас уходит вот на вот эту работу? Сколько вы по времени делаете ее? Ну, это 20 минут вот этот фрагмент. А что это будет? Это на стенд. Узор на стенд, как оформление. Угу. Скажите, а что еще вы делаете? Какие вы работы изготавливаете? Туиса, панно, резьба под дерево, народу Приамурья. Угу. А сколько по времени занимает у вас сделать именно туисок? Туисок часа 3-4. Если какой зависимости туисок? Если туисок на 1500, он 2 может дня отнять. Может день. Если... А если на 500 рублей, его можно сделать за 30 минут. Угу. А как вы решили заниматься вот народным творчеством? Вот. Что вас на это сподвигло? Может быть, родственники занимались, там, дедушки с бабушкой или... Да, родственники. Бабушка занималась. Вот раньше я смотрел, как вот в лодке черпаки там, и вытеснены еще с нанайскими узорами. Я маленький когда был, значение не передавал, когда в музей пошел, увидел, думаю, надо поинтересоваться, как изготовление из бересты, потому что она, там, посуда не гниющая. Ну, она хоть и ломкая, но все равно, если аккуратно относиться, то она долго, десятилетиями служит. Например, черпак от лодки. Или одноразовая посуда в лесу. Угу, хорошо. А сколько лет вы уже этим занимаетесь? Ну, лет 12, наверное, 15, может. Угу. И... Как у вас получается вот на своем ремесле содержать свою семью? Ну да, у меня три ремесла. Рыбак, рыбалка, охота. Лыжи делали охотничьи. Лыжи дорогие. А кто у вас в основном покупает? Здесь, охотники. В Троицке или даже по другим районам Хабаровского края продаете? Ну, на север, потом Еврейская, Амурская область приезжают. Угу. Заказывают лыжи. Скажите, а в месяц сколько у вас получается продавать работ? В месяц в основном идут ну, тут на подарки. Там начальству. Угу. Приедет министр, надо подарить. А так, в основном обучение детей идет. У меня зарплата идет.